Типа за систем фарти спарати. Меч каре. Очень обидно проигрывать такие матчи. Начало игры было за Анжи, но в общем до пропущенного гола, то есть до 60-й минуты, мы имели больше возможностей для того, чтобы открыть счет. Мы играли лучше, но, к сожалению, футбол состоит из 90 минут, и выигрывают те, которые забивают. Они воспользовались нашей ошибкой и забили нам первый гол. И потом играли на контратаках и поймали нас еще раз. После того, как пропускаешь гол, очень сложно потом выходить в атаку, создавать эти моменты в позиционной атаке. Тем более в первой восьмерке, где все команды очень-очень высокого уровня. И сами команды, и, естественно, игроки.